Челябинская девочка признана одной из самых красивых юных моделей в России. И теперь 9-летняя красавица отправляется в Италию. Да, заключить с ней контракт мечтают теперь многие модельные агентства. Как она добилась такого успеха? Модель расскажет нам сама. Степан. Да, у нас в гостях Татьяна Флат, управляющая международным детским и взрослым модельным агентством. И сама София Сорокина, модель агентства, о которой мы ведем речь. Здравствуйте и с добрым утром. Доброе утро. Ну, звездочка наша, ну расскажи, как ты взлетела на такую высоту? Ну, я... Не виноватая. Да. Они сами. Да. А почему ты решила стать моделью? Ну, моделью я, то есть, я даже не задумывалась стать. Моя мама искала танцы, то есть, чтобы меня на танцы отправить. Но нашла модельное агентство. И все, и понеслось, да, что да. называется? А что тебе именно нравится в работе модели? Мне нравится там фоткаться. Селфиться. Да. Не, ну мне все нравится в модельном. Ну вот смотри, ты же учишься в школе, правильно? Да. А вот тебе не мешает модельное агентство учебе? Твоя карьера? Нет. Успеваешь? Да. Тройки получаешь? Нет. Только четверки и пятерки? Да. Гениальный человек. Да. Вот гениальный человек. Да? Ну давайте все-таки поговорим, Татьяна, с вами еще раз доброе утро. Ну, доброе скажите, утро. Как вы вот рассмотрели в юной южноуральской девочке звезду мирового масштаба? На самом деле настоящий модельный бизнес, тот, который считается высокой модой, он ценится по коммерческим раскладкам лица детей и взрослых. Выделяют три направления – это commercial face, baby face, strong face, по которым и дети, и взрослые могут работать. Если человек не обладает такими данными, то, к сожалению, он не сможет быть в этом направлении. У нас Степа в какое-нибудь направление войдет. Сегодня очень много существует направлений, где именно за деньги происходит продвижение детей. Эта модель, она самостоятельным путем взяла две работы в Италии. Ее Италия окрестила как богиню Италии. Сейчас уже каждый день идут предложения по кастингам. Наша малышка отработала две очень крупнейшие всемирные марки. Это Альберто Ферретти и мисс Блюмарин. И сейчас она 16 числа летит на работу Изи. Причем работа модели оплачивается полностью. И перелеты вместе с мамой, они ездят на работу на 2-3 дня. Ну и хотела сказать, что также сейчас и Азия, и Европа, и Америка открыты для детского направления. То есть как год уже это все развивается, и мы надеемся, что наша София, скоро мы увидим ее по всему миру, во всех, мировых постах, таблоидах, в рекламных кампаниях, да. И мы будем с тобой гордиться, что мы брали интервью. Мы сейчас автограф возьмем, я тебе больше скажу. Да, мы то, что этот ребенок пришел именно к нам, очень довольна. Ну вот смотрите, а что дальше? Вот все равно ребенок же растет, правильно? Лицо меняется, ну все меняется. Интересы меняются. Все верно, поэтому в нашем направлении, в детском, нет понимания срок модели. То есть есть определенные данные, до которых растет именно детская модель. Вот. Но ребенок на самом деле, даже придя в модельную структуру, не имея модельных данных, он может через год совершенно поменяться и быть востребован. Поэтому самое главное – попасть к специалистам, кто сможет этого ребенка показать, найти ему продвижение. Ну, если этот ребенок растет выше 1,68 м, то он уже может попасть на международный взрослый модельный рынок и также быть очень успешным. То есть модельный рынок есть как высокой моды, где топ-модели, а есть рынок коммерческий. Это если мы говорим о съемках для каталогов, для TVC. А международный топ-рынок – это мы говорим о Клаудио Шифер, о Синти Кроуфорд. Такие звездочки тоже есть, и мы надеемся, что София выйдет на этот уровень как ребенок, топ-ребенок именно мира. София, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас на топе, на взлете, да? Скажи, как звездная болезнь не... Не прицепилась? Не прицепилась. Нет. Ты любишь сладкое? Ну, разве что в каких мирах. А, вот так вот, в каких мирах? Миру надо знать, Степан, да, во всем.
8 шоколадок в день, не больше? Нет. София, ну мы тебе желаем удачи, мы желаем тебе удачной поездки. Мы вот держим для тебя кулачки, держим пальчики, желаем только одно, чтобы ты стала звездой мирового масштаба. И автограф, да, чтобы сейчас мы закончим. Да, обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, я напомню, что в гостях у нас были Татьяна Флат, управляющая международным детским и взрослым модельным агентством. И сама София Сорокина, модель агентства, которая сейчас покоряет подиумы всего мира.